Андрей Одинцов выразился то, что есть шанс недооценки его, но я всегда максимально профессионально подхожу, и никакой недооценки нет, и быть не может. Я готовился, у меня был тяжелый лагерь, и я буду настраиваться на трехраундовый бой, на полный бой, и в любом случае ментально я буду готов к любым самым тяжелым исходам в бою. Ну, Андрей стилистически, как он уже сказал, мы похожи, да, он тоже выходец из вольной борьбы, немножко знает грэпплинг, вот. Ну, в принципе, я согласен с ним, я по своей стилистике ведения боя такой же, да. В ударке, я думаю, что я даже немножко получше. Да, как это ни странно. Вот. Но я думаю, в ударке он мне не доставит проблем. Вот. А в борьбе я его борьбу не опасаюсь. Я дрался с ребятами, у которых уровень борьбы и повыше, поэтому я думаю.